Министерство обороны Азербайджана заявило о нарушении Арменией соглашения о прекращении огня. Согласно сообщению, несмотря на достигнутую договоренность о прекращении огня, подразделения вооруженных сил Армении 28 сентября около 18 часов обстреляли из разнокалиберного стрелкового оружия подразделения азербайджанской армии, расположенные в направлении населенного пункта Алагиляр, Кельбаджарского района. В результате обстрела ранения получил военнослужащий азербайджанской армии Ниджат Искендеров. Отмечается, что военнослужащему оказывается необходимая медицинская помощь. Подразделениями азербайджанской армии, дислоцированными на указанном направлении, предприняты адекватные ответные меры. Минобороны Азербайджана еще раз напоминает, что вся ответственность за инцидент лежит на военно-политическом руководстве Армении, которое целенаправленно нагнетает обстановку. Позже Министерство обороны Армении сообщило о смерти трех армянских военнослужащих и 9 раненых в результате перестрелки с ВС Азербайджана. Обвинив Азербайджан в нарушении соглашения о прекращении огня и якобы применении крупнокалиберного стрелкового оружия и стрельбой из минометов. В свою очередь Минобороны Азербайджана выступил с экстренным заявлением. Распространяемая Арменией информация о нарушении перемирия подразделениями азербайджанской армии стрельбой из минометов и крупнокалиберного стрелкового оружия не соответствует действительности. В ведомстве отметили, что, распространяя подобного рода сообщения, Минобороны Армении пытается тем самым скрыть факт нарушения перемирия армянской стороной. Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры лишь в целях подавления огневых точек противника, указали в министерстве. Подпишитесь на наш канал Budra News и будьте в курсе всех событий.